Ой, всем привет! У меня новый герой на канале, который не скрывает свою физиономию. Привет! Это моя сестра. Да, привет. У меня такое лицо сразу. Я это вырезать-то не собираюсь. Да. Волосы. Там, холодно. Наверное, и тут ветер. Да, очень вот сильный. Ну, ветрено. Щеки закрываю. Да. Мы идем шопиться. А еще мы кое-что будем снимать, но это я выложу отдельно. Все, ладно, это холодно. Еще новогодний. Сразу поедем. Нет, хватит, хватит. Я не вижу. Кстати, могу пищать, я обычно такой миленький. Вы потом короткий. Вообще перерою, как обычно. Ну тот прикольно с блестками. Попробуем посмотрим. Вот этот. Она такой типа водолазка. Вот на меня размахайка. Долго бы все лазить в одном углу. Вон, вот это. Смотри, какое шикарное просто. Ого, да, только, блин, это похорона. А это что? Это гроб уже. Это плащ. Снимай свой. Это ложится в гроб, поэтому... А, точно. Что все черное-то? А, ну, беленькое. О, прикольно. Да, померь. Стоит 790. Че, дорого? Вон детская, мне надо к детскому. Ну ты лази, я пошла к детскому туда. Совсем на маленьких. Смотри, какое прикольное. Это женское, да? Да. Такая длинная. Тут он еще есть. Мужское прикольное.
нашли крутые штанцы. И к ним ковтец. У кого-то так ничего, кстати. Да? А сейчас модно, да, вот это вот все блестючее. Бомбон какой-то блин. Ну он просто ничего не... А, его надо распушить. Он ничего просто не подходит под цвет. У меня вот такой. У меня здесь же другой цвет, а бомбон вообще рыжий. Я же не знаю, где здесь не подходит. Вот так надевай. Кажись. Чувствуешь, это овец отгонит, который козбики. Яна. Яна. Овец отгонит. Знаете, вот и верю. Нет, я точно не буду. А тут еще красный есть, кстати. Что-то какое. Здесь все заняты. Скажи что-нибудь. Меня зовут Полина, я вас лез. Она не замужем. Да. Пока что. Пока что. Но в планах. Я не спала всю ночь. Да. И я. Как всегда. Куки. Несквик. Пошли, Несквик. Ой, тут шмоточки есть. А, ну это же гипермаркет, да, не супермаркет. Он персонги. Захотела себе купить пластик, вот как-то куплю какую-то хероты, типа, блядь, пасты. Ой, типа пасты, это как называется, гели для души. По-любому, у меня всегда так. А это тоже 99 рублей стоит? Ну да. Надо узнать. Вот, пикни, Арин. Ой, Полин. Обман. Кругом обман. А, ну это без карты, наверное. Нет, с картой. Обманщики. Гады паршивые. Меня тоже везде обманывали на этом тизине. 400 рублей. О, вот это мне надо. Кубку, гля, какая прикольная. Вот чугольники, смотри, какие. Угу. Типа такого, что мы будем. А, вот, это детское молоко. Просто, а это смесь. И просто нам-то уже вот это можно было в угоду. Ой, мне надо за сапайки купить. Блин, надо было тележку все-таки взять, рукав кирить. Сходи, возьми вот эту уже синюю, пожалуйста, которую на руках таскать. Вот она, прям тут на входе. Эти за сапайки нам очень хорошо идут. Нравится Маринке. Ну, перед сыном. Что у нас? Ой, возьмем. И чунки мяты.
Тащи. Ага, если тяжело тебя, да? Нет, мы так не договаривались. Ты тащишь все. Мне еще творог надо. Не закончится. О, какие смайлики. Какие-то они все злые, хмурые, как да. Унылые какашки. Унылая какаша. Вот тоже 5,59 рублей. Сейчас я пикну, они будут 105. Вот это вот игрушка, я что не понимаю. Что, руками трудно? Да не, да. Помять мяч снега. О, щетка зубная. А есть для малышей? От нуля. Это не такая. Что там? Фанты. Игры. О, мафия. Ну, это, блин, не вдвоем точно играть. Ну, мафию, да. Нам, блин, Женька нужна игра, в которую можно вдвоем играть. На раздевание. Наряжай-ка. У меня память... Ой, память. Батарейка садится опять. Мне как всегда. Пойдем. О, краска. А то я как-то покрасилась так чудновато. А смотри, вот это вот 100 штук, здесь 250 штук. Но мне кажется, они такие тонкие. У нас такие, я не понимаю. 30 рублей они всего стоят? 3 по цене 2. А, 3 по цене 2? 3, значит, можно взять? Да. А что мне с ним потом делать, если они останутся? Они никогда лишними не будут. Ну да. Рэш! Музыка вообще нельзя музыку. Офигеть, у меня так вкусно. Будем разных брать фирм? Ну, не знаю, наверное. Давай вот этих мы берем, они же как раз сразу. Да как что такое? Я просто все это делаю. Я серьезно, прям все сразу угадаю. Вот это ты не отгадаешь. Ну да. Ну что? Ну что? Легко. Ари, ой, Полин. А где ты потом все делаешь? Съем. Я не грибы аллергия. Я знала и взяла их. Молодца! Ай, блин, я же распродажу.